Ложное предупреждение об опасности атаки баллистических ракет получили жители Гавайских островов. В сообщениях, разосланных на мобильные телефоны, людям предлагалось немедленно искать убежище. Вскоре выяснилось, что местные чиновники, ответственные за действия в чрезвычайных ситуациях, отправили СМС по ошибке. Во время стандартной процедуры передачи смены сотрудник нажал не на ту кнопку. Губернатор штата Гавайи принес извинения жителям. Власти США уже приступили к расследованию инцидента.